Заехал в такой лесок вот прогуляться. Тут такие грибы растут. Так, я его срезал уже. Это что у нас? Тут березы в основном, подберезовик что? Или они как по-другому отличаются? Так. Это упал, кто-то уронил, лепинул. Вот еще грибок. Грибок, грибок. Какой большой. Поменьше. Вот еще. Это уже старый, по-моему, старый, да. Вот что у нас. Тут я не знаю. Так, эти тоже старенькие. А смотреть смысла нету. О, что за гриб? Вот еще грибок. Так, это, наверное, червивый весь. Да нет, не очень был. Что-то мне старенький кажется. Испорченный. Вот рыжики опять. Ничего, берем нормальный гриб. Вот этот уже староватый. Вот тут грибы какие-то старые грибы. Пролезешь ты хрен. Ну еще рыжик. О, какой гриб. Фу. Старый, совсем старый. Блин, тут не пролезешь. Надо выстрелить отсюда.
Так, так, листьев да черту. Все завалено листьями. Опять хотел посмотреть. Не знаю. Так-то тут древесины полно валяется. Думаю, гнилые древесины. Есть тут, нет. Вот это вот чего тут? Ну и чё? Уронил, кто-то пинул, видно. Вот дремучий лес, папа-пара-пара-пара. Вот города небес, папа-пара-пара-пара. Вот рыбы говорящие. Не говорят ни рыбы, ни коты. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Вот наткнулся. Это что, опята? Или чего? Вокруг дерева растут. Похоже на опята. Даже не червивые. О, тут кабаны, видимо, бесились. Гриб вырван. Грибы искали, что? О, как они бесились. Грибницы они вырыли. Поломались. Или тут
грибник ходил, что-то я не понял. Вроде сломанный, не срезанный. Белянки, белянки. Побесились они тут. Побесились. Так, а вот и беляночки, по-моему, спрятались. Так-то нормальный, но он что-то обглоданный какой-то. Маленький, тоже обглоданный. В принципе, если края подрезать. Что это за гриб получается? Ладно, что-нибудь получше, может, найду. Маленький тоже обгод. Вот тут, кстати, может, что-то здесь. Это. Нету, нету. Вот еще грибок. Гриб, грибок. Вот тут какой большой гриб. О, совсем. Я тоже совсем накрылся. Так. Ладно. И здесь вон кабаны бесновались, все перерыли, сплошь вон все перерыли, и на той стороне. Ну как они тут? Весь дерн подняли. Вот это они дают. Что-то вкусные тут нашли, видимо. Так-то тут на деревьях ничего не должно падать. Сосны до березы. Дятел где-то. Стучит. Да. Порылись они тут. Тут где-то дятел.